Всем привет, ребята. Ну что, есть опять новости по поводу обновы. Показали нам картинку вот такую. Вот сейчас я вам тоже ее покажу, а вы пообсуждайте и напишите, что вы думаете. Я расскажу, что думаю я по поводу того, что будет. Ну, как обычно, судя по всему, у нас добавят уже скоро скины на героев новых, либо супер питомцев. Ну, я еще даже этих не качал, потому что до хренища надо печенек, их не продают. Либо обычных питомцев, ну, вряд ли они, скорее всего, будут супер патов добавлять. Честно, не знаю. Супер паты, конечно, классные, но качать их как и донату, так и без донату нереально долго. И посмотрим, что с этого получится. В общем, два скина, судя по всему. Один похож на разруху, с одной стороны на землеройку, а второй на дерево. Но вот задний, я не знаю, мне, честно говоря, не могу представить. Ну, наверное, на разруху. Может и разруха, может и землеройка. Там за ним дерево, возможно, будет второй скин. Но опять же, нету скинов на старых героев. Они штампуют на тех героях, на которых уже не один, а несколько скинов. Землеройка, скорее всего, вряд ли. У него есть уже скины. Скорее всего, разруха. Ну, разруха — такой герой, которого многие даже не имеют. Не то, что 99% не додонили даже до него, и он бесполезный даже донатом. Дерево, ну, такое себе, посмотрим. Также на картинке видно внизу типа летучей мыши. Не знаю, что-то такое. Вот, скорее всего, это тоже второй питомец, либо тыква какая-то. Непонятно. Также видно по правую часть. Ну, точнее, по левую. У кого как, короче. Я сейчас постараюсь. Я вам так не покажу. В общем, там не видно. Вот по эту сторону здесь, скорее всего, будет скин на арсенал. Второй, скорее всего, так. Также скин, скорее, на этот... На еще какое-то здание, либо новое здание. Посмотрим. Ну, в общем... Это будет пару дней, возможно, в конце недели. Также будет дофига нововведений, будут новые магазины, новые базары там и прочие донатные, но ничего они не говорят по поводу локаций. Будут они их менять, не будут их менять, посмотрим. Ну, в общем, такие вот новости. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу данной картинки, что же будет все-таки скоро день... Всех святых, то есть Хэллоуин, возможно, к этому что-то сделают интересное, как и в прошлом году. Посмотрим. В общем, пишите комменты, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.